Ой, оркестр, который выступает, гастролирует, который знают очень-очень многие люди. И вот 14 мая в 7 часов в Московском театре на Таганке оркестр уже в полном составе, да, я так понимаю? Потому что сегодня у нас только солисты представят новую программу. И знаете, кто, кстати, такие вот девочки вот за мной сейчас стоят? Я сейчас все их регалии прочту. Только не вставайте со стульев, пожалуйста, сидите. Потому что оркестр, номинанты престижного Enigmatic фестиваля в Бельгии. Их музыка звучит во многих спектаклях и кино в России и за рубежом. Скрипки и клавишные, гитары и аккордеон, барабаны и перкуссии в концерте играют самые яркие девушки Москвы, я бы сказала. И вы сможете увидеть 14 мая. Это находится станция метро Таганская, улица Земляной вал, 76. Я думаю, что желающие найдутся. Девчонки, если вы еще больше будете улыбаться, да, и что-нибудь сыграть такое зажигательное. Хорошо? Давайте поприветствуем. Оркестр!